сорт острого перца Пхуджалокия мустард. Это Пхуджалокия горчица. Этот перец еще называют дух, либо призрак. Он такой красавец, посмотрите, какая красота, какой красивый перчик. Этот перец относится к сверхострым сортам. Этот сорт довольно редкий. Родом он с северо-восточной Индии. Там выращивают его. Индусы кушают такой перчик с остротой от 800 тысяч до 1 миллиона. Но они люди привыкшие. А для нас это считается сверхострый сорт. Срок созревания такого перчика 120 дней. Высота куста может достигать от метра до 1,20 м. Если в домашних условиях выращивать в горшках, кустик придется формировать. Прищипывать верхушку, чтобы были боковые побеги. И кустик не будет превышать выше 60 сантиметров. Такой перчик надо высевать где-то с 5 по 10 января на рассаду. Следует учитывать, что у этого сорта довольно долго проклевываются семена. Для прорастания семян потребуется 25 до 45 дней. Все зависит от свежести семян. Может, даже семена проклюнутся у вас и на 5-6 день. Это если вы только-только собрали семена. Очень интересный. Красивый, необычный сорт. Смотрите, какая красота. Срок созревания, я же не помню, говорил вам, 120 дней. Вот он созревает вот от такого вот светло-зеленого цвета, потом становится вот такой вот светлая горчичка и уже в конце темный. Он имеет пупырчатую форму. Вот такой вот красавец, посмотрите. Супер. Это перец, просто супер. Этот сорт довольно вырос высокоурожайный. Я выращиваю его в открытом грунте. Но не успел снять перчик на кустах. Пообещали заморозки, так что пришлось все быстро убирать. И на следующий день ударил заморозок. Так что не было времени снимать его на самом кусту. Какая вот красота, смотрите, супер. Выращивайте такой перчик у себя дома. Также можете выращивать в открытом грунте, в тепличках. Но обязательно надо будет притенять его. Эти перцы, все сверхострые сорта, да, мне кажется, любые, все экзотические сорта боятся сильного солнца, могут погореть. Так что выращивайте такой у себя дома. Всем больших урожаев. И пока.